5, что ли? Да как же мне уже это все надоело? А ты кто такой? Ты что здесь сидишь? Ай-яй-яй! Держи за меня, ты в бомб столкнулся? Ну, ничего страшного. Падаем. Как же неожиданно! Как будто я не играл в эту игру никак. О! Интересно, правда. Чего ты так падаешь? Сынок, это... Чё у тебя... Ты кто? Ты кто такой? Отдай моего ребенка, я его... хотел вырастить. Уилл Смита, не надо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, еще 10 минут, 10 минут, еще вообще. Подожди, 10 минут. Ладно, все, пора идти в школу. О, черт. Плохая графика. Ну. Одна что чемодная. В нем так-то должен быть пистолет. Слушайте, а что тоже в этом самолете должно быть? Оп. А я хавать хочу почему-то. Почему я хавать хочу? Я захавал. Просроченную еду. Газирочка, 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 газирочка. Это списочек какой-то. Еще не могу покушать. Да. Надо где-то обознаваться, наверное. Ну, мы вначале откроем эти ящички. Неожиданно и приятно, мне даются ткани батарейки. Вот это да, вот это да, вот это я удивлен. На самом деле нифига. Это нам не надо пока что. Главное, то ли крепко, подождите, пожалуйста, звонок выполняется. Как бы этих ничего нету. Я как понял. Здесь еще есть ящики. Черный ящик. С чем черный ящик? Так, ладно. Да, черный ящик. Черный ящик, черный ящик. А это олень. Он похож на меня. Ну ладно. 2 hours later. Наконец-то. Я разбил ящик, но не все, опять же. Одежду мне не дают, я возьму сам. О, она за нас. Что такая жадная? Я могу с ней шкуру снять. Понятно, понятно, все с тобой ясно, понятно. Таблетосы мне не лезут. Я беру, так что только наличные денежки, денежки, да. И камушки. И тут водичка. И тут вода. Полкода. Я пить не особо. Не порт впечатления об игре. Вообще. Офигеть. Лама. Короче, все. Место для таблеточек кончилось. Thank you.
все, я здесь. Это моя поселиться решил, вы что-то решили познакомиться, а куда вы делаете? Я с вами хотел познакомиться, как бы. Что смеется, что ну, иди сюда! Че, ну смеяться решила, да? Смеяться она давно решила, вот ты! Да ну! Смеяться! На зубчики это хорошо. Отложите свою руку, пожалуйста. Одолжи руку, пожалуйста, по-братски, мне просто своей не хватает, я продам. Спасибо тебе большое. Ногу я потом съем. А вот это моя новая подруга по наверху пошла поплавать, короче. У нее немного нет головы, но у нее есть самое главное. Это руки. Вот они у меня отсутствуют, они на из того места, про которое я думал, что я скажу. Тах-тах. Ладно. Лучше промолчу. Буду молчать. Ладно, погнали дальше добывать дерево. Получается что-то, пацаны, бревно. Ура! Последнее бревно, ну, надо затащить сюда все бревна. Опять же, это занятие сложное, но выполнимо так. Ну, вот как-то я вот, да. У нас тележка, я делаю тележку еще. Я пчел добывать еще палки. О, еще один. Даже не пришлось выключать видео, как ты подошел знакомить. Ну как так? А у меня даже для тебя палочка специальная. Гарри Поттера знакомиться. Ты пришел со мной. Молодой человек. Ты что так это? Не уважаешь меня, что ли? Не уважаешь, да? Не уважаешь меня, спрашиваю. Тобой отвечаю. Врать не надо. Я уважаемая личность. Меня никто не знает, но я... Иди сюда. Она мокрая, не стрижена. Они без маникюра, без педикюра. Иди сюда. Сиреги. Иди сюда. Сиреги. Все. Отдыхай, братан. Я ездик. Я ездик. Вот что это? Что это? Как это? Толяк, не вставай. Да ты когда уже умрешь? Я думал, я уже давно не дождусь никогда. А что это интересно? Я не буду спускаться, да? Это чтобы вы это начали смотреть мои видео, это вторая часть. Так что смотрите, вы не пропустите, подписываться и колокольчики там. Не забываем, да. Да, привычил подписку. Это что это? Я. Это что это? Я ягоды хочу. Я ягоды хочу. У меня нет больше еды. Еды. Это самое тяжелое. Ну, мне нужен черепун для того, чтобы дойти нормально в воду. Слушайте, а почему все время вот вы приходите ко мне без приглашения? Я вас приглашал, нет. А вы пришли, а вот почему? А вот ты иди сюда. Подошел сюда. Иди сюда, знакомь. Урно будет. Я вам предлагал. Обостроитель, Домой, Витёк, домой надо. Домой, пора. Все, я домой. Ребята, веселье кончилось, я домой. Домой, пора. У меня мама позвала смотреть, что у Малахова. А у меня хп еще нету, блин. Так. Я ищу. Они меня тащат. Ты что, куда меня тащишь? Ты что? Куда? Куда меня тащишь? За что? Зачем? Сейчас меня в пещеру. Я не хочу бежать. Я не тупо. Ha ha ha.
вообще классно. Ну, вот очень классно вообще. Мы тут это немножечко парим. В смысле, летаем. Так, у меня вещи все на месте. Все на месте. Я грилочку, шоколадочку захавал. Мне страшно немножечко это уже становится. Потому что я. Как болю, вы это не путайте меня с кем-то другим. Я боюсь, мне очень страшно. Мама! Мне денежки оставил. Здесь камушки. Тут веселье. Тут можно выбраться. Обзорады, короче. Тут можно выбраться. Вот там можно было выбраться. Здесь можно было нажать, здесь можно. Здесь есть какая-то. Это карта. Зачем это карта? Так, таблитос уже. Так. Палки. О, это компас. И что здесь было? А Джелос год пье. Я тут лучше не буду читать, вы сами прочитайте, там переведите, что вы там за ТСР. Я вас не знаю, кто вы такие, что вы хотите сделать с этим. Мне тоже без разницы. Но мне кажется, мы слишком сейчас рано сюда пойдем, потому что меня могут сейчас это очень это полюбить. Аборигины. Ладно. Шуточки, да, шуточки. О, это что? Это лак для волос. Тут деньги есть. Также тут в моем доме почему-то есть ящики, которых не распаковывали, но я распаковал. Распаковал, да. Здесь есть еще веревочка, которую я хочу выбраться. Что я сейчас сделаю? Здесь я беру, у меня это крейзи. Значит, потому что рано туда спускаться еще ниже, там где еще хуже, там еще лучше. Там возможно туда есть. А вот сейчас реально без шуток. А почему я здесь оказался? Там моего дома, когда кидаю. И игра почему-то лагает. Дайте мне ракетку. Я ракетку хотел как-то. Шути. Ну хотя бы будет весело поиграть. Поиграй. Здорово, пацаны. Что вы здесь? Газировка. Нет. А ты что, это пугаешь меня? Я ему кишки случайно выпустил. Ой, это не я сделал, как кто-то сделал. Ну точно не я. Ну я же не мог этого сделать. Сейчас будет столько ткани просто кайф. Опять у меня медик. Где ты, аборигена? Так. А что это мы делаем? Разминочку, да? И у нас спортсмен. Спортсмены, видите? Спортсмены, они аборигены. Хотя аборигены здесь тоже находятся, есть. Как бы да. Она убежала, что ли, к тебе? Она меня боится. Сейчас полутаем, что ты еще немножко нашли динамит. Нашли плату. Сейчас этот компьютер заделаем. Пошли. Это печатная плата. А что мне это мешает? А вот думаю, ты мне что-то это не мешает. Я же сделаю компьютер. Я сделаю хоть из чего компьютер. И буду снимать для вас лучшие по играм. И да. Как вы хотите следующий лосьмин? Пиши в комментариях, чтобы мне не было скучно. Я понял, что меня хотя бы кто-то смотрит, кроме моего друга. У меня были не подписчики, это не подписался на меня. Вот как-то. Вот печально. Получается, что мне надо плакать что-то. Чтобы вы меня это. Чтобы вы на меня подписались, а? Вот если я буду реально человек, прошу подписку, но это плохо.
подписаться. Не заставляю, конечно, но я вам предлагаю подписаться на мой канал, если вы хоть интересны. По-моему, если вы очень интересны в летсплее, может и неинтересны в летсплее. Это чисто ваш выбор. Подписывайтесь, нет, подписывайтесь, да. Подписывайтесь, нет, подписывайтесь, нет. Ага. Угу. А здесь еще один есть. Ну, в общем, в целом, красавица. Бензин. С топливом. Прям с топливом. Ну, прям вообще кайф. Давай стол заберем. У нас дома нет мебели просто. Всю пол удали. А там вообще. Думаю, нам стоит уже отсюда уходить. Мне здесь не нравится. Вам здесь нравится, пишите мне об этом, я вас очень люблю или нет. Потому что меня хотят убить в данный момент. Так, у меня же где-то блютуз. Здоровье. Максималочка. Должна быть, но почему-то этого отсутствует, максималочка. Я нашел одежду. Это одежда? Это одежда. У меня теперь красавчики. Еще что-то нашла. Футбол. Комплект одежды. Синие джинсы. Так, ладно, это я не прочитаю опять. Вот это я возьму. Это мне надо. Это мне надо, только что это мое. Что-то, что это? Опять записки. Вот. У кеда. Да. Я красный. Нарисовал пистолет, да, или что-то топор это. Либо колеса нет, либо я тупой. Скорее всего, это второе, но я об этом даже не сомневаюсь почему-то, потому что я тупой. Спустя 125 часов я оказался уже дома. Ну, наконец-то, конечно же, я уже был рад. Ну, а вот у меня смотрел этот факт, что я такой слепошарый дурачок, что я не заметил. А почему ко мне приходят аборигены? Короче, я оказался, что я дурак и как бы отрицательно положительно. Я поселился в хорошем месте, думал, как я. Ну, а нарвался на одну вещь случайно. Я ударился ножкой случайно. И я здесь я нашел вот это. Вот, и вот это как вот я дурак, что ли? Ну, это все уже знают, наверное, где это. И тут есть палатки. И пещера. Я вот что-то немного сомневаюсь, что ко мне не будут. Я вот теперь вот точно сомневаюсь, что ко мне не будут гости. И что-то я еще вижу вдали. Я щедрочек, когда я вместе поселился. В поселении поселился. Где поселок поселенный. Отсюда. Естественно, здесь есть пещера, в которую меня, скорее всего, истощили. А может и нет, а может и да, а может и нет. И я пошел в эту, короче. Я понял свою ошибку. Я иду обратно домой. У меня есть, короче, одна идейка, такая дико. Чтобы сделать дом на их, потому что вот этот дом, ну, у него зашел приемка, видели, и сжал, чуть не сожрал меня. Я хочу сделать немного вот дом вот на дереве. В общем, в целом, как я вам объяснил, что хочу сделать. Сделал я это или нет, вы узнаете не в следующей серии. Вы узнаете это через... Возможно, на следующий день, вот что в этом где. Ну, видео все равно, походу, опять получается длинным. Последствия, что это длинный очень видео. Потому что это очень интересно будет исходно. Так что, ребятки, следующая часть будет скоро. Я как-то заметил, что самый Майнкрафте, во-первых. Самое интересное. А я хочу снимать другие игры, кроме Майнкрафта. Ну, у меня уже есть третья часть. Если хотите, если у меня будет два подписчика, то где у меня два подписчика.
Тогда я выпущу третью часть Майнкрафта. А так, ребята, ну реально, гляньте подписчиков, потому что, ну реально, ну я по-другому, мне никто не подписывается. Я даже дурачок, не умею заливать видео. Кстати, я пока шел, я, конечно же, стал тупее. И очень много, причем. И в общем, в целом, да. Всем пока и до следующего видео. Скорее всего, оно будет завтра или послезавтра. Посмотрим. Все, ребятки, я вас целую, люблю. Вы мои днёрочки, пока.